Кажется, ты на мою гранату налетел. Ой, бля. Нет, не одном. Тут кто-нибудь остался? Понятно. Ёбаные боеприпасы, а? Да боеприпасы-то при чём? Thank you.
сука, бля. Блядь. О. Как-то гранаты и мины убивают сквозь это. Со второго этажа убило. Нет, всё-таки там читать, блядь. Там было вообще. Я не сомневался. Руки, как будто я смотрелся тоже. Надо перезарядить. И он здесь не один. Такой. Лавку, блядь. А вообще, когда ты пробрал, зайти тебе, блядь, это. Ну, ты убежал, а там от тебя убегают после тебя, а там и трубы насаженные на палке, блядь. Я думаю, ты, блядь, старался уже. Я ничего не понял. Непонятно. С такой связи голосовой. Вот бразильянец, третий Steam аккаунт, третий Steam левел и один друг в друзьях. Читер, ёпты. Да-да, 3 часа в игре, одно достижение, и он сразу в мультиплеер полез. Ну как бы понятно, зачем он сюда пришел. Нихуя. Куда он делся там, блин? Нихуя, что, блядь, нихуя. Кто? А, бразилец этот. Долго он взрывался. Ой, блядь, я с бочкой прямо, как меня не взорвали, пиздец, я уже вижу, как аймбот работает у этого пидораса. А чё, всё, я уже этот...
Ой, блин. Но он тоже не настроен, блядь. Бля, у вас два одинаковых персонажа с этим читером. Лол, лол. Да, и когда я ликером напою мучевого. Это у нас почему у нас все алкоголики или нет? Да, они алкоголики. Ну а чё, в котлах? О-о-о! Кто к нам попался? Что это было, блин? Нидерланды. Пирог, что ли? Ебать. Айди копировать, ЧС кидать. Блин, оружие надо сменить. Чудно он взорвался. Все, ушел. На один раз. Пришел, получил бан, ушел. Отлично. Всегда бы так. Койот, выходи. Подлый трус. А, кажись. Я видел. Сука, отпрыгнул. Читер. Скорее не койот, а гиена. Это так говорит? Надо так говорить. Где это гиена? Ну хотя бы это отлично, но это все такое. Бать, беги, сука, беги.